90-е годы Центральный парк Вышеевки славился на всю область зоопарком и его экзотическими обитателями. А вот сама инфраструктура зоны отдыха, как вспоминают коренные жители поселка, оставляла желать лучшего. Однако в прошлом году ситуация изменилась на 180 градусов. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» парк вдохновения стал менять облик. Появились велодорожки, новое ограждение, полностью видоизменилась входная группа. Комплексное развитие парка продолжается и в этом году. В этом году сделали упор на то, чтобы сделать удобную площадку для семей и особенно для детей. Вот, полностью переделываем детскую игровую зону. То есть у нас здесь будет несколько крупных игровых комплексов, несколько игровых площадок, песочницы новые, качели, лавочки, новые дорожки. Причем детская зона будет доступной и комфортной для всех. Весело и приятно проводить время смогут и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Второй этап благоустройства также включил в себя озеленение территории. Во вдохновение установили клумбу со злаковыми культурами. До конца месяца парк обзаведется современным уличным освещением. Все развалилось в 90-х годах, все это вот разрушилось. Дорожки никто долго не восстанавливал. Все это было в ужасном, конечно, состоянии. Поэтому очень рады, что сейчас все это как бы преображается. И все-таки центр Вышеевки должен быть в красивом, приличном виде. В планах еще реконструировать сцену и организовать спортивные площадки. Всего на преображение парка уйдет 12 миллионов рублей. Рената Леулова, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ из Ульяновского района.